Всем привет, друзья, с вами канал Футбол Это Жизнь. Итак, вы знаете, что на нашем канале очень часто выходят ролики про Fortnite. И вот, игра Fortnite вместе с компанией Marvel создали временный режим Мстители Финал. Сегодня мы поговорим про этот режим. Я сыграл пару каточек за героев. Ну и расскажу вам свое мнение, за кого все-таки интереснее играть. Также ссылка в описании на эту игру. Скачивайте, играйте, она абсолютно бесплатная. Итак, есть здесь два отряда, это воины Читаури и супергерои. За воинов Читаури не так интересно играть, но я за них все-таки играл, потому что надо было выполнять задание, чтобы получить вот этот квиджет. Итак, у героев есть всего лишь 4 супергероя, это там Капитан Америка, его щит выпадает, Мьёльнир Тора, который мне очень часто выпадал, кстати, щит Капитана Америки мне так ни разу не выпал. Были перчатки Железного Человека и лук Соколиного Глаза. Вот больше всего мне понравился это лук Соколиного Глаза, потому что мне и сам этот герой больше всех нравится в этой киновселенной. Ну, также Мьёльнир Тора тоже был интересным, так что вот. Ну и давайте под музыку посмотрим мои лучшие вот убийства за эти пару каток. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и переходите по ссылочке на сайт Fortnite, скачивайте и играйте в нее абсолютно бесплатно.